Тем временем в Одесской юридической академии студентам вручили сертификаты об успешном прохождении курса лекций на иностранных языках. Весь прошлый учебный год на базе факультета международно-правовых отношений читался курс по юридическим дисциплинам на английском, французском и немецком языках для студентов с 1 по 4 курс дневной формы обучения, а также для учащихся юридического колледжа. Успешно факультатив окончили более 300 студентов. Также в этом году студенты вуза участвовали в 21-м ежегодном международном экологическом судебном моделировании. Форум проходил в Соединенных Штатах Америки в Стэтсонском университете штата Флорида. Вот кто-то из вас захочет поехать продолжить учебу за рубежом. После получения бакалавра можно поехать магистра получить. С этим сертификатом вас возьмут в любое европейское учебное заведение. Студенты, получившие сертификаты об окончании курса лекций, высоко оценивают уровень преподавания. К тому же признаются, атмосфера на лекциях была крайне благоприятной. Я поступила на этот курс, когда была на первом курсе, потому что хорошо знала английский язык со школы. И поступила, потому что, во-первых, хотелось не забывать язык, а во-вторых, хотелось выучить юриспруденцию еще на английском языке. Очень довольна. Действительно, наш вуз является единственным в стране, который может предоставить студентам такие возможности. Прекрасно, преподаватели все общались с нами как на равных. То есть была очень комфортная обстановка на лекциях. Ну, все делается для студентов. Ежегодно в Юракадемию приезжают иностранные ученые и практикующие юристы из Европы и США. Они преподают авторские курсы лекций на иностранном языке, а это значительно повышает уровень образования. К тому же программа, которая позволяет студентам с первого курса выбирать, на каком языке они хотят обучаться. В новом учебном году в Юракадемии вводится программа на испанском и итальянском языках.